Добро пожаловать на первый ролик в 2024 году. Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш. Сегодня ваша любимая рубрика, одна из самых любимых рубрик, притворился бедным Standoff 2. Я на паблике ищу человека, который готов будет дать мне немножечко голды. Ну, чаще всего они предлагают реально играть дуэль, и сегодня это не исключение. Но, хотя сегодня, справедливости ради, мне пришлось, так сказать, попотеть, чтобы найти человека. В общем, мы идем в дуэль, я его выигрываю, если человек не по-честному отдает голду, там 20-10 голды, неважно, по-честному отдает, я даю ему сотни раз больше, в тысячу даже раз больше, я бы сказал. Всем приятного аппетита, приятного просмотра, пацаны, не забывай про лайк, про подписку на канал, обязательно с колокольчиком. Ну и смотри этот ролик до конца, потому что он получился очень интересным и веселым. Мы погнали к первому ролику в этом году. Фух. Ну что, стартует уже какая подряд каточка, это жесть какая-то. Ищем потенциального, как говорится, человека, который отдаст нам голдишечки, пожалуйста. Я сегодня нубасик, нубасик, Никитка, суперкилл. Поэтому прямо сейчас начинаю писать в чат и просить голдишечки. Ребята, всем привет. Мне обещали голди на Новый год, но не подарили, блин. Заскамили родители. Есть у кого-нибудь 20 голди ПЖ? Чисто 20 голды, пацаны. 20 голды это стоимость того. Ну вот реально, если чел мне отдает 20 голды, это стоимость его нереального подарка. О, Леха пишет, жалко тебя. Да, я могу. Не может быть. Реально? Подожди. Да, жалко меня. А у тебя есть, правда? А у тебя есть нож в стендофе? Да, тебе очень-очень жалко. 15 моя попытка, пацаны, наконец-то какой-то Леха откликнулся. Yes. Шкибидидоп, это контент, подожди. Подожди, это контент, парни. Да, покажи. Не верю. У него есть нож. У него есть нож, подожди, у него есть нож. Где он? Вот. Леха, это ты? Леха, Леха, покажи нож. Покажи нож. А у нас два Лехи, а какой из них пишет? А что мне надо сделать, чтобы получить голду? Пацаны, я сидел реально час, просто искал катку, в которой мне дадут голды. И вот, Леха сказал, может дать. Давай сыграем дуэль. Короче, либо он сейчас догадывается, что это я, либо хз. Но... окей, окей, проверим Леху на честность. Отдаст реально круто. На самом деле в стендофе реально распространено вот так вот дуэлиться на голдишку. Поэтому поверим Лехе и пойдем с ним сыграем. О, let's go, go в лобби. Все, зову, зову в лобби. О, он вышел, найс, он вышел из катки. Зову в лобби. Никита суперкилл, Никитка суперкилл. На секундочку. Хочет голдишки, мэнчик. Если что, я изменю голос. Я сейчас попрошу у него дискорд. Мы полетим с ним в дискорд. Надеюсь, у него есть дискорд, чтобы было побольше. Больше контента. О, зашел. Привет. Си. Правда, Даш? Голди. Да, конечно. Но у меня только одна голда. Как быть, если я проиграю? Готов ли он зарубиться на 20 голды, зная, что у меня только одна голда? Если я проиграю, я ему не смогу просто много отдать. Если я проиграю? Если он не возьмет с меня голды, если я проиграю, это еще супер круче. Нет, ты выставишь скин за одну голду? Выставишь. Леха, Леха, я-то притворяюсь. Ты что, тоже там меня троллишь? Или реально не знаешь грамматику, блин? Мне ничего не надо. Это идеальный кандидат. А-а-а, спасибо. А у тебя... У тебя есть дискорд. Дискорд надо, блин. Да, найс. Go в DS, да. Найс, парни, все идет как по маслу. Он скинул дискордик, летим прямо сейчас в дискорд, как говорится, с Лехой разбираться и проверять его на честность. Даст голды, не обманет, получит сегодня нереальный новогодний подарочек. Летим в дискорд. Ну а я меняю тем временем голос. Алло. Алло. Привет, это ты, Леха? Да, я Леха. Здорово. Как дела? Это ты, Никита? Да. У меня хорошо, у тебя. Нормально. С наступившим Новым годом. Спасибо большое. А почему ты, у тебя, правда, ты мне голды дашь, если я выиграю? Да. Не, реально, подожди, серьезно? Да. Да. Зачем тебе? Ну, подожди. Ну, окей, мы играем с Сенстоун. Вот это вот темная, да, вот эта комната. Темка. Темка, да, Темка, точно. Темка, да. У меня друга так зовут. Темка, блин, Артемка. Вот, ну, это я его так называю, Темка. Он говорит, не называй так, я тебе что? Правда, в стендофе. Ладно, прости, не смешная шутка, прости.
Я реально поверить не могу, что если я сейчас тебя выиграю, выиграю в этой дуэли 20 голды? Да, да, конечно. Да ну нет, не верю. Откуда, блин? Я, представляешь, я вот написал в чат, представляешь, что? Я попросил голди у родителей на Новый год, мне сказали, что под елкой будет голди. И знаешь что? Под елкой я нашел куклу Барби, а я мальчик. Это что за фигня? Я хотел просто голди. Блин, жалко тебя. Ладно, тебе, по-моему, пофиг на меня вообще, Лёха. А ты в каком классе, кстати, учишься? Я в четвертом. В четвертом? Я уже на третий год в нулевом остаюсь. Но я все-таки взрослый уже, мать. Мне уже 7 лет, знаешь, извини меня. В 7 лет уже все киберспортсмены играют. Даже мой брат Артём джентльмен. И мой папа Саша Скилл, они тоже вообще-то очень крутые. Ай! Да блин! Ты сейчас будешь вот так меня убивать, я тогда точно голди не заберу, и потом папе придется жаловаться, папе Саше Скиллу. Ты не веришь? Нет. Смотри, знаешь что, кстати, недавно мне выпало с катки? Дигл Аурейд, представляешь? Да не неси чушь. Да на, вот, посмотри. Вот, стой, не убивай меня. Нет, не убивай, вот он мне. Эй, Лёха, я тут. На, держи, смотри. Но это не иди, голову. Ха-ха, заскавил и зарезал. Да ха. Ха-ха, как я тебя заскавил просто. Это было, это мне тактики такой научил мой брат Ерокс. Ты не врёшь. Нет, правда. Он мне говорил, всегда в крысу режь. Ой, смотри, у меня еще калаш есть, Treasure Hunter, смотри. Я не буду вести. Не стреляй, я покажу тебе калаш Treasure Hunter, смотри. Ха-ха, второй раз, провелся. Ладно, прости, пожалуйста, я больше так не буду. Все, честно, давай по-честному. Да я и хотел честно, это ты схамишь меня. Ты что, обиделся на меня, бро? Нет, просто не схами никого. Хорошо, я понял. А почему ты решил дать мне голды? Ну ты просил, мне тебя стало жалко, когда тебя... Да блин, как по тебе попасть? Ты капец двигаешься, как крутой. Ай, да как? Да блин, не могу убить. Перезарядка, патронов не хватает. Как? Я не попадаю вообще, ты вообще какой-то... Ты что? Подожди, а ты киберспортсмен? Я обычный игрок. А как ты так убиваешь жестко? Я очень долго играл и тренировался. Это вот это я видел, бро. Надо тренироваться. Правильно, да? Сейчас я с АВМ тебя уничтожу. Да, правильно. Это ты там на крыше? А! Как? Я думал, ты на крыше, чё за фиг... На какой крыше? На чём? Ты не умеешь себя вверх запрыгивать? Ну там, где крыша? Это у тебя... Нет, я прям вот крыша. Вообще могу летать по карте. Ну правда, меня забанили за это, блин. У меня там какие-то... Ты не ври, пожалуйста. Да, почему я не ври? Меня забанили старый аккаунт. Ну это не я играл, это у моего друга было так вообще вот. Считай... Ха-ха, не попал, ха-ха. Да как? Как? Да блин, не прыгай, я не попаду. О, попал! Ты попадаешь. Да не играй с читами. Да какими читами? В смысле? Это ты попасть да не как? Мог. Да блин, а я тебя... как? 38 я почти убил. Я в первый раз уже попал. Я почти тебя убил. 38 дал. Я знаешь, с каким оружием круто играю? Реально круто. Как этот, Абовин, знаешь такого? Ну да, знаю. Вот, я играю с М40 да. Круто. Смотри, бам, бам. Ба, а, ой, блин, я теперь проиграю. Ой, у тебя там кто-то пришел. Тебя мама не наругает за то, что ты голду направо и налево раздаешь? Нет, не наругает. О, ты чит, через стену убил. Ко мне сейчас мама подошла, мне надо выкинуть мусор. Мусор можешь меня подождать, пожалуйста? Я на спавне постою, минуту займет. Давай, ладно. Не убивай только, понял? Хорошо. Пацаны, я замусился. Он просто посреди катки ушел выкидывать мусор. Вот такие они, трейдеры. Мусор все-таки надо выкидывать, не забывать главную истину. Все, включай обратно голос. Все, я пришел. Видишь, целая минута занялась. Фига себе. А ты где? Как тебя теперь искать? О, как ты здесь оказался? Ты читер? Смотри, как? Ты же сам сказал мне, что ты на спавне стоишь.
Вы приняты в школу магии на GG Stand-O. Волшебная обнова. Вводи промик из закрепа и получай бонус к зачислению и второй прокрут барабана бонусов. Открывай вентовые ящики, выбирай свой факультет и сразись с Волан-де-Мортом, чтобы залутать море голдишки. Топовый факультет получит в разы больше голды. А еще больше голды в квестах от Ордена Феникса. За каждую зачисляху ты получишь гелионы и превратишь их в топовые скинчики. В закрепленном комментарии забирай халявный сундук, там же найдешь и ссылочку. Крапец 7-2, я же должен был выигрывать голду. Знаешь что? Что? Если я сейчас не выиграю голду, я пойду воровать деньги. Не воруй, никогда не воруй. Истину говоришь, бро. Да нет, ну просто папа мне с мамой обещали, блин. Хотя папы у меня даже нету. Но он тоже пообещал, понимаешь? Пообещал, что даст голды. А! Откуда? Это ВХ! Это ВХ! Это ВХ, Лёха! Ты откуда знал, что я это там? Это ВХ! Откуда инфа? Я тебя увидел! Нам-то не гони! Ты был в тёмнике! Нам-то не гони! Я не гоню! Не гоню! Я не гоню! А, я 2-8 проигрываю! Всё, смотри, сейчас я подрубаю одну программу, и тебе хана! На! Что? Как? А ты чё, думал, я опять там буду стоять, ты меня зарежешь, как лоха галимого? Нет, так не работает. Беру секретное супероружие. А против... чё ты подрубил? Да я ничего не подрубил, это я пошутил вообще-то. Я просто киберспортсмен на самом деле. Я же говорил, мой папа Саша Скилл. Хотя отца у меня нет, понимаешь? Ты меня врёшь. Ты смеёшься? Вот так вот. Что? Как ты? Вот как так. Ты меня за стенку убил? Какой стенкой? Ты обещал, я просто выигрывать начал. Это будет просто легендарный камбэк. И ты должен будешь голды мне дать. Да, дам, если ты выиграешь. Спокойно, я должен выиграть. А, флешка. И ноускоп. Ноускоп, нет. Нет. Что? На! Это перезарядка была. Я попал! Я выигрываю! Подожди, 5-8! Я смогу выиграть! Я чувствую это! Ну блин! Сторона сменилась, поэтому я начал выигрывать. Ты же не заскамишь меня? Ну ладно. Нет, я не скамлю людей. Что? Как? Что? Что? Как? Вот так! Что? На нож! Еще и в голову! Я в ноускопом, блин, не сваншотил, тебе в ногу попал, Савика! Больше, я просто, у меня челлендж! Я знаю, ну как! Мне папа сказал, которого у меня нет, сказал, что если я сейчас хоть один раунд тебя солю, он мне такого ремня всыпет, а это мотивация. Мотивацию надо поднять! А! Ура! Папа, не надо! Нет! Не надо, я выиграю, папа! Какой ремень? Нет! Ай! Ай! Ай-ай-ай! Вот так вот, Лёха, блин, меня папа... Скажи папе, что ты выиграешь всегда. Ты будешь выигрывать. Что? Ой. Как? Ой! Ну, блин, а чё с лицом, Лёха? А чё с лицом? Я начал проигрывать. Ну да, ну да. Как ты там оказался? Ты же всегда в чёмке был. Это новая моя стратегия. Сейчас не понял, что за предъявы. Ну ты... Ну что это за хаешка? За хаешка? Ты... Откуда ты узнал, что я там? О! Что? Как ты там оказался? Я тебя даже не видел. Лишь одни не слышал. Потому что ты меня тоже с читами убивал. Да ты мне врёшь, что у тебя папа Саша Скилл. Спроси у него. Спроси, спроси. Не буду я спрашивать. Ты же сам сказал, что у тебя нету папы. Опа, 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 опа. 9-9, это я что? Это я могу выиграть раунд? Как? Я иду режу тебя на нож. Все, не сможешь меня убить. Ай, флешка! Что, как ты? Я победил! Я победил! Бро, ну ты, я победил. Ну ты меня как-то ослепил, я не видел. Ну, подожди, и что? Я не видел ничего, у меня экран был белый. Да, ну как тогда... Как ты меня мог ослепить, когда я не был там? Что? Я потом уже пришел. Да это ты сейчас отговорки уже ищешь. Ты обещал голди дать. Ты дашь голди? Да. Так давай. У тебя есть какой-нибудь ин с паттерном, не знаю? Давай, у меня есть ТС-9-ТЕ-ДЕ. Подойдет такой? Буе, извини. Так 9 тай дай? ТЕ-ДИ-ДУЕ, да, да. Все, подойдет, конечно. За сколько голди ты мне дашь, говорил? 20 голды дам. 20 голды? Я не могу да. Поверить, а можно я выставлю за 20.03? Да, конечно. Так, выставил за 20.03 334-й потерн. За 20.03? Да, 334-й потерн, да.
все? Спасибо, Лёха! Я куплю тебе репсурок гриб себе и пойду тик-така наказывать. Спасибо, Лёха. Подожди. Мой брат с тобой хочет поговорить. Ты можешь подождать моего брата? Да, могу. Так, пацаны. Я выключаю голос. Выключаю голос и начинаю разговаривать. Не знаю, интересно очень, узнает меня он или нет, но... Let's go. Алло. Алло. Привет. Алексей? Привет. Ты сейчас тайдай выкупил, да, вот у моего братишки? Да, 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 да. Мы с ним играли в дуэль. Он играл с читами, на самом деле. Поэтому давай голду тебе верну. О. Ну, голду тебе верну. Да не, наверное, не надо. Как? Ну, это же нечестно. Ну, ладно, давай. Так же выставлять? Да, давай. Выставляй, я тебе сейчас скажу, за сколько выставлять. Давай, просто за твою честность тоже немножечко тебе накину. Выставляй этот же, 334-й, да, там паттерн, да, правильно? Угу, да. Выставляй, диктую. Давай. Один. Один. Ноль. 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 Три. Три. Точка. Ноль. Точка. Ноль. Три. Выставил. Что? Вот так и бывает. А что? Спасибо огромное. Хочешь еще секрет открою? Давай. Ты знаешь такого ютубера Rush? Да. Люблю его смотреть. Это я. Что? Спасибо огромное, Rush. Ну огромное вот. Спасибо. Братик, тебе. Давай, вопрос к тебе. Вопрос к тебе. Ты красавчик. Ты по-честному отдал голду. Почему ты это сделал? Почему ты это сделал? Он просил голды, я ему дал. Ну так он ты подожди. Но он выиграл. Да, 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 да. Ну то есть, подожди, так ты когда узнал, что играл человек с читами, ты все равно не захотел забирать голду. Почему? Ну блин, ну потому что я просто... я добрый человек. Красава, брат, красава. Тебя с Новым годом, Лёха. Давай, удачи тебе. Это тебе, спасибо, как говорится, тебя. Небольшой подгончик на Новый год за твою честность. Красава, красава. Ну что, ребята, вот такой вот интересный, классный, веселый ролик у нас получился. Лёха, красава. Реально сдержал свое слово, как говорится, мужик. Отдал голдишку, получил взамен больше. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Влепишь лайк и подпишешься на канал, обязательно с колокольчиком. Ведь мы теперь идем к 3 миллионам. Твоя поддержка безумно важна, брать. У микрофона был Rush. Лёха, всем удачи и всем пока-пока, ребята. Увидимся в новых роликах.